Здравствуйте, информационный час. На телеканале НТМ продолжит программа «Тревожная кнопка» в студии Валерия Никитина. Выпуск начнем с дорожно-транспортного происшествия. Вечер 28 июня закончился аварией на перекрестке улиц Победы и Юго-Западном шоссе. Дорогу не поделили «Газель» и «Легковушка». Фото с места происшествия вы сейчас видите на своих экранах. О пострадавших не сообщается. В обстоятельствах будут разбираться сотрудники ведомства. 22-летнего молодого человека, подозреваемого в смертельном избиении, заключили под стражу на 2 месяца. Такой вердикт вынес Ленинский суд Саранска. Преступление произошло в ночь с 18 на 19 июня 2018 года. Недалеко от центрального рынка между 2 компаниями произошла словесная перепалка. Проходивший мимо 37-летний мужчина попытался примирить стороны, но получил сильный удар. Пострадавший упал на асфальт и ударился головой. Его доставили в реанимацию, где он впоследствии скончался. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Октябрьский суд Саранска вынес приговор 2 родным братьям. Они до смерти избили мужчину. Это произошло 21 января этого года в общежитии по улице Гажувской. Мужчины выпивали. Через некоторое время они пошли на общую кухню, где встретили соседа, с которым ранее конфликтовали. Братья жестоко избили своего оппонента и оставили умирать. Полицию вызвала соседка, которая обнаружила мужчину без признаков жизни. Теперь один из виновников проведет 7 лет и 6 месяцев, другой 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. К другим темам. Для осужденных исправительной колонии номер 14 республиканского УФСИН провели конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Конкурс провели по 2 номинациям. Это «Лучшая швея» и «Лучший парикмахер». В каждой номинации сразились 7 осужденных женщин. Жюри оценивало уровень теоретической подготовки и практическую работу. В номинации «Лучшая швея» победила Татьяна Беспалова, а лучшим парикмахером стала Кристина Абрамова. Выпуск завершает наша постоянная рубрика «Внимание! Розыск!». За совершенное преступление полиция Мордовии разыскивает Щербакова Андрея Викторовича, 1975 года рождения. Мужчина является уроженцем города Омск. Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам 29 77 88, 29 77 61, 25 19 56 или 02. На сегодня это все. Больше республиканских новостей вы можете найти на нашем официальном сайте ntm13.ru. Я благодарю вас за внимание. До встречи!